Заявить о себе и в очередной раз подтвердить доверие потребителей и заказчиков. Такая возможность предоставляется для всех участников конкурса. По итогам федерального конкурса в этом году золотой знак и звание лауреата получили 17 товаров и услуг. Серебряным знаком отмечено 31 компания. В их числе те, которые участвуют в конкурсе с момента его основания. Ангарская нефтехимическая компания участвует с 2005 года. Она является лидером по числу наград в различных номинациях. И могу сказать, что качество ангарской нефтехимической компании, то, что мы видим, и когда происходит экспертиза производства, всегда на уровне и на высоте. За 15 лет участия в конкурсе предприятие получило самые престижные награды. Гордость отечества, лидер качества, диплом за успехи в импортозамещении, приз «Инновация». В этом году мы получили 18 дипломов. 4 диплома удостоена наша продукция. А лауреаты конкурса, это будем маркировать продукцию золотым логотипом, 8 дипломов, это дипломанты, которая будет маркироваться серебряным логотипом конкурса, 4 диплома новинка и 2 диплома, очень тоже высокий статус. Это золотая сотня. В НХК отмечают, победа в таком конкурсе – это стимул развиваться дальше, улучшать качество продукции, совершенствовать стандарты экологии, безопасности, охраны труда и, конечно, вводить новые инновационные технологии. Ирина Белогривая, Виктория Малая, Сергей Коваленков. Новости сейчас.